Приветствую, дорогой друг, я Алекс Фрай, и мы проходим Fallout New Vegas. Итак, дорогие друзья, я тут, в общем, качнул все это дело с помощью адового левела. Мне тут практически все на 100, кое-что я оставил, а то мало ли, у меня 43 уровень, чтобы играть было поинтересней. Можно и силой выломать вообще. Можно так открыть. Так, в общем, выбираем что-нибудь. Пистолет, например. И пойдемте с вами еще мочить супермутантов. Делать это нам будет сейчас гораздо веселей. What's that, Antler? We have a visitor. An assassin, more like. Так. И здесь по поручению гулей, тех, что наверху. A human who is friend to ghouls? Suspicious. You mean the ones upstairs? Antler used intercom, told them stay put, but they want to come down in basement anyways. I cannot allow. My kin are not right in head like I am. They attack you on sight. Your ghoul friends have to wait until you find what Antler brought us to get. Так, может, я помогу? Good. Antler brought us here for a reason. Why was that, Antler? Right. A piece of paper. Shipment invoice. Hundreds of stealth boys sent here a long time ago. But stealth boys must be in the one room. One we don't search yet. The one we can't search. Так. Я найду вам эту кучу стелс бойс, если вы отсюда потом уйдете. Yes. Antler says we leave here as soon as we... Let me give you key. Antler had me lock the door. The ghoul inside, not expecting a human. Ключ Дэвисона. Обыщите соседнюю комнату на предмет груза стелс-боев, за которым пришли супермутанты тени. Так, значит, мы должны были попасть сюда потом. И тут все обыскать. А ну-ка. Обыскать соседнюю комнату. Так. Обыскать ее вот здесь. Тут у нас финансовые расчеты, сигареты и все такое. Может, еще раз надо на этом компьютере? Так. Вернуться с новостью, что стелс-боев в Рэпконе нет. Ясно. Так вот, значит, нам зачем нужен был этот компьютер здесь. Ну что, их нет. Antler sing. Liar! The invoice said stealth boys here. Antler read it out loud to me. Stealth boys были посланы сюда по ошибке, потом их вернули обратно. But invoice note said stealth boys were here. Why can't that note be true? What, Antler? But human could be lying. Is stealing the stealth boys for itself. Oh, Antler, you trust so easy. Your lucky day, human. Antler, believe you. Nightkin will follow the new note to find stealth boys. Better be there. И... Так, вот мы от них и избавились. Теперь нужно сообщить Джейсону, что теней больше не будет в подвале. Ой. Видимо, не туда. Вот у нас, значит, так, тени маскируются. Блин, я как будто в собор попал. С первого фолоча, они тоже там так маскировались. Интересно, какие бы сейчас были служители собора, если бы он не взорвался? Там такие твари просто сидели. Причем это относится не только к супермутантам и всяким летунам, кентаврам и к обычным людям. Особенно какому-то старейшему, какому-то старейшине на третьем этаже, который там был. Это, судя по голосу, был тот еще извращенец. Так. Теперь поболтаем с ними. Где вы там? А, нужно же наверх. Они же у нас шкерятся все здесь. Так, аптечка первой помощи. Может... Стырить, пока никто не видит. Оп.
А вот и он. Is the way clear? Ну да, их больше нет. Praise the Creator and bless you, wanderer. The way is clear. I will lead my flock through the basement to the sacred site. I hope you will come find us there, wanderer. There is much to be done. Итак, сообщить Джейсону, направляться в подвал Рэдклана и поговорить с Джейсоном о дальнейших действиях. Давайте-ка взглянем. Какие они тут костюмчики приодели. Так, вот мы, значит, побежали. Так, а где вы теперь? Как вы так быстро переместились, Эл? Ну-ка, я надеюсь, в правильном направлении иду и не заблужусь. Ой, ёп, это что еще? А, ерунда всякая, один хлам. Ну-ка. Да где вы все шкеритесь-то? Как-то глубоко ушли. Ох, это слишком глубоко. Может, я как-то через канализацию здесь потом выберусь, через лестницу. Ну, они вообще ушли прям глубже некуда. А может, оттуда потом выберусь как-нибудь. А, вот и где. Итак, давайте с вами поболтаем. Чё, в ракету сядете? But the rockets that will carry us to salvation are yet missing vital components. If you would still help us, Wanderer, speak to Chris. He can tell you what is missing. There is no way that we can thank you enough, Wanderer. Your arrival here was a blessing. We will remember you always. Ну, давай поговорим о Крисе. After all that you have done for us, I suppose you deserve to know everything. When Chris came to us, we tried to convince him that he was human. But this only angered him. He seemed lost. We decided to let him stay with us for a few days, over the course of which we learned that his technical skills far surpassed our own. It became clear that the Creator had sent him to us to ensure the success of the great journey. Equally clear was that Chris should labor in blessed ignorance of his humanity and his inability to make the journey himself. It is no coincidence that two humans have been vital to the success of the great journey. It is my belief that the Creator sent you and Chris to expiate the sins of your kind against mine. You are redeemers both. Так, вы планируете оставить Криса здесь? Such is the Creator's will. Vision upon vision has shown me that were Chris to accompany us, he would die in minutes. The radiation around the launch pad alone would kill Chris in minutes. The radioactivity of the far beyond is much stronger. Так, ладно, это меня не касается. Chris shall be declared the saint of the great journey before we depart. Так, и что это такое вообще? We wish to escape the barbarity of the wasteland. The Creator has promised to my flock a new land. A place of safety and healing. A paradise in the far beyond. Проповеди хабологов не начитали сейчас, у нас второго Фолыча. When the demons appeared. Вы действительно собираетесь совершить великое путешествие на этих ракетах? Yes. The rockets will convey us to our promised land in the far beyond. Vision upon vision has confirmed. Так, эти ракеты приведут тебя и твою пасту к падению на землю с высоты. I understand your concerns, friend, and I thank you for voicing them.
До свидания, Джейсон. There is no way that we can thank you enough, Juan. В общем, понятно. Так, теперь надо с этим поговорить. Jason says that I am to cooperate with you on the final tasks necessary to launch the great journey. Угу. И чем я могу помочь? I was close to completing work on the rockets before we were driven into hiding on the top floor. Two components were missing. A quantity of isotope 239 igniting agent and a set of thrust control modules. The igniting agent is highly radioactive and decays quickly. That's why we can't use the drums that leak down on the launch pad. It's no longer potent enough. I need you to find an intact, shielded container of the igniting agent. As for the thrust control modules, they were custom built for these rockets. They won't even launch without them. Mm-hmm. Okay. Very well. Так, и что скажешь об этих сувенирных ракетах? Yes, that's isotope 239, all right. And there's enough here to launch the rockets. Now all I need is the thrust Так. А чем ты здесь занимаешься? I'm the Flock's resident engineer. I've always been good with machines. Jason says the great journey would have been impossible without me. Of course, my skills aren't much use unless I have the right materials. Угу. Так, и почему они не разрешают тебе работать на пусковой площадке? When I joined the Flock, Jason made it clear it would be a waste of my gifts to work on just one. Понятно. Ты умрешь от радиации, Крис. I thought we were past all. I was human once, you know. Grew up in Vault 34. Nice upbringing if you like assault rifles and target practice. But oh, ой, дурак. Who should maintain the Vault's reactor? Hauser, Mitchell, no. Haversome won't mind getting irradiated. Понятно. Haversome won't mind when his hair starts falling. Так, ты ушел из убежища, потому что облысел? Bald. You called it. Так, Джейсон сам сказал мне, великое путешествие только для гули, ты не летишь. Oh God, you're telling me the truth, aren't you? Oh no. How could they do this to me? Do you have any idea how easy it'd be for me to sabotage those rockets? Впрочем, если подумать, мне нравится идея разрушить их планы. Then bring me sugar bombs. Three boxes should do the trick. I'll show those rotten ghouls, and they'll... Так, не подскажешь, где я могу найти эти компоненты? Repcon has been ransacked so many times by scavengers. It's hard to know where the components might turn up. Jason has mentioned some industrial ruins to the east that are supposed to be highly rated. Понятно. Так, пойдемте с вами, в общем, куда? Либо три сахарные бомбы, либо запчасти, которые помогли бы регулятору починить ракету. Что же, опять мы с вами отправляемся в дальние дали. За очередными запчастями, чтобы через три понятно чего, прийти обратно сюда. Ух, там в Новаке, надеюсь, уже никого не перебили за это время. Хотя можно было, конечно, тупо всех тут перестрелять и все. Но это не наш путь. Это не наш путь, дорогие друзья. Хотя, конечно, мы могли еще достать три сахарные бомбы и сделать бабах. Но посмотрим. Еще подумаем, как с ними поступить. Все-таки их судьба в наших руках, дорогие друзья. Да, их судьба в наших руках. И не дай бог нам что-то не понравится, или нас кинут, или нас обманут. Мы подсунем туда три сахарные бомбы, и скиды еще их больше не будет. Очередной глоток из фляжки. Давайте откроем очередную дверку. Торговый автомат, еще одна соспарила. И отправляемся мы с вами. Сейчас посмотрим куда. Кстати, дорогие друзья, у меня тут открыт исследователь, и теперь у нас тут абсолютно все значки открыты, но для быстрого путешествия мы должны к ним еще прийти. В общем, как-то так. Отправимся мы в ту сторону.
Вау, вот такие вот мы нарядные с вами. Здесь у нас бейсбольные мячи. И тихо-тихо-тихо кругом. В хижине у нас тут что-нибудь есть. И снова 60 FPS у нас. Так, торговый автомат. Хоп, и нет соспорила. Где соспорила? А, не знаю. Обезвредим это. И пойдемте с вами дальше. Давайте-ка, дорогие друзья, я поставлю на паузу и зачитаю вам комментарии, которые оставили дорогие мои пользователи. Итак, дорогие друзья, под 15-й серией Fallout 4 под названием «Железная дорога» Top Shelf Sounds написал «Love Each». Спасибо тебе, Top Shelf Sounds. Мне очень приятно, что тебя радует эта серия, радует прохождение 4-го Fallout. Спасибо, что ты у меня находишься в подписках. И вообще, ты лучший, дружище. И под финальной 8-й серии первого Left 4 Dead Zeke Mesher оставил нам 4 больших пальца. Ну, хотя бы не средних, слава тебе, Господи. Очень радует, дорогой друг, что финальная серия первого Left 4 Dead тебе понравилась. Все-таки старался вытянуть его как можно лучше. Так, давайте-ка на свалку зайдем уже. Привет. Это прям как псина на свалке в третьем Fallout. Там тоже можно было себе в напарнике пса взять. Ну-ка, заберем. И здесь мы с вами должны найти те самые необходимые компоненты. Так, они у нас, по-видимому, находятся вот здесь. Металлический ящик. И раз он заперт, похоже, здесь у нас находится... Нет, тут у нас ничего не находится, ребят. Стиральный порошок, что-то клей. Так, может, тут какое-то здание есть, через которое можно попасть внутрь? Так, и... Вот взяли мы металлолом. Так, карты местности. Гараж Гибсон. А вот оно что значит. Значит, в гараж нам надо попасть. Ну, окей. А на этом комментарии пока закончились, дорогие друзья. Ну-ка, что-то мы можем с вами собрать. Так, еще. О, звук был как в этом. В первом-втором Fallout, когда мы уровень получаем. Соберем тут как можно больше. Чего-то только у нас нет. Давайте еще, еще, еще. О, тогда я понимаю. Сколько же его собирать-то? Что-то дофига вообще. Но... Короче, достаточно вещей у нас с вами. Так, жалко, что нельзя одной буквой все это по-быстренькому забрать. Модуль регулирования тяги. Так. На, не вставай. Мамаша Гибсон. Большой бум у нее тут есть. Ключ мамашки. Ну что ж, теперь, дорогие друзья, опа, вино, виски и всякое такое. Неплохо. Что ж, теперь, дорогие друзья, мамаша Гибсон, больше не нужно это помещенница. И непонятно, почему даже после ее убийства это считается как воровство, так как мы хозяйку уже убили. И пора нам с вами назад.
Отправим мы их за три пи... Понятно, куда. Так. Там у нас был вход. Где-то в этом районе. Ой, ты ж, блин, а? ТЦЛ, короче. ТЦЛ, короче. Вот, магия. Итак, ребят, давайте-ка зачитаю я вам статистику моего канала. На данный момент, дорогие друзья, у меня на канале находится около 220 подписчиков. И 44 493 просмотра со всего канала. Это очень радует. Сделаю YouTube Analytics. Если гули попадутся, мы их бам-бах, и их тут не будет. Так, кстати, давайте выберем у нас большой бум. Бах-бах-бах. И никакой гуль не страшен. А о супермутантах я вообще молчу. Что? А, капкан. Давайте-ка снова активируем капкан этот. Господи, я попался, я попался. А, нет, не попался, все нормально. Так, спускаемся вниз. Жух! И они умерли. Кстати, у меня тут еще перк кровавой бани стоит. Ой, ёп! Так, нам, видимо, не сюда. Это мы заберем. Бамс, он разлетелся. Так. Короче, сделаем вот так. Хоп. Неполадки сервера. Не прогружает у меня YouTube Analytics почему-то уже третий раз. YouTube, не болей. YouTube. Так, нам куда? Давайте сократим побыстрее сократим. Что-то мы тут слишком в этом заводе провозились, у нас же еще основной сюжет. Так, в ту сторону пойдем. Ох, ёп! Куда это мы отправились? По интеркому пусто, в голове не густо. Так, а если сюда? Да, вот так. Так, всего у меня время по времени просмотра 303 169 минут. Средний просмотр минут только 5 минут смотрят. Ну как так, дорогие друзья? Оценки нравятся 1950 со всего канала, а не нравится всего лишь 140 людям. Спасибо вам огромное, что стольким людям нравится мое детище. Всего на канале 186 комментариев и 279 человек поделились моими видеозаписями. Всего видео в плейлистах 812 и 220 подписчиков. Муа, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Have you found the components we discussed? The sooner we get this over with, the better. Так, мне удалось найти модули регулирования тяги. Indeed you did. And they seem to be in excellent condition. You already found the igniting agent. So all I need now is three boxes of sugar bombs. Так, ну мне пора. Итак. Сообщить, что можно начинать приготовление к старту ракет. Have you found the components we... Не понял. Have you found the components we discussed? Ой-ё, видимо, еще сахарные бомбы нам надо будет достать, ребята. Где возьмем то да сё. Что если нам проникнуть туда самим? Тут и дикие гули. Это мы сами никак починить не сможем. Так, сами, видимо, нет. Ох, вот тут, значит, как. Понятно. И как быть? А шлем мы возьмем. Скафандр тоже. Hey,
Так, а это что у нас? Понятно, сколько еще таких батарей может создать. Так, ну ладно. Скрафтим эти сахарные бомбы. Так, готово. Have you found the components? I'll mix the sugar bombs into the fuel mixture. Так, ракета готова к запуску? Yes. I'll tell Jason that the great journey can begin. Так, и куда нам? The rockets are ready, Jason. Ready to carry you and your little clan on the great journey. Bon voyage. Ну-ка. Gather all. May the Creator guide my words and help me speak true. The Almighty Creator has seen fit to answer our prayers. Теперь? The time has come for us to board так, the rockets на обзорную площадку и проведите пуск ракет. Ну что ж, поднимаемся на площадочку тогда, дорогие друзья. И подозреваю, нас ждет большой бабах. Ну-ка. Ядерная батарея. Ох ты. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Проводник. Ну-ка, тогда вот так. Давайте побыстрей. You have made this great journey a reality. From this moment forward, you will be remembered as the saint of the great journey. We shall never forget you. I ask that you forgive us, Chris, and give us your blessing, and we bestow ours upon you. Так, одним банке. Board the rockets. Take your seats. The great journey awaits. To the promised land we go. Куда нам тут? To the far beyond. Куда нам здесь? Так, может, в эту сторону? Так, комплекс. Давайте туда. Вот мы, значит, спускаемся. Если в эту сторону, потом сюда. Нет, тут тупик. Йоколомена, куда? Мне нужен нам чудо-клей. А если та дверь? И пониже. Ну? Тоже не то. РСТ. И что теперь делать? Где эта дебильная дверь? Вот она, надеюсь. О, слава тебе, Господи, вышли. Так, тут мугулей перестреляли. Вес у нас сколько? 245 из 220. О, зашибись. Если бы не ТГМ, ходили бы мы тут только так. Но зато мы потом все это можем продать.
по сейф. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Заглянем в сейфушку. И заберем, что у нас там лежало. Так, тут всякие компы, 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 компы. Вообще кухня должна пожаловать в... Добро пожаловать в робку, это понятно. Всякий бесполезный хлам. Так, пойдемте. В ту сторону. Это лаборатории. Так, отсюда мы, по-моему, выходили. Потом туда. О! Так, активируем. Подробнее изучить навигационные данные. Изменить траекторию. Вспомогательное излучение траектории показывает, что компьютер выбрал неоптимальный курс указанной цели. Вы полагаете, что можете, немного изменив параметры полета, оптимизировать траекторию так, что ракета приземляется на 12,5% ближе к цели. Окей. Вы модифицировали траекторию ракет. Теперь они приземляются ближе к цели назначения. Итак. Терминал заблокирован и... И теперь куда? Эй, куда теперь? А-а-а, кнопка пуска. Ну-ка. Покажите-ка нам. Ну. Где у нас взлет? Что? Хотя, блин, мы же там сахарные бомбы подложили. И что теперь будет? Так. Вести о ваших добрых делах широко распространились, люди вас любят. В навыке. Так, задание завершено, давай полетаем. Получено добрые слова в навыке. Неплохо. Жух, полетели вниз. Так. Посмотрим задание. Узнайте от Мэнни Варгаса, куда направлялись великие ханы. Значит, возвращаемся мы назад. Ну а продолжение ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить палец вверх, подписаться, а также поделить это видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и другие, и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья! Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья!